Так, 2:30 ночи, 17 января, полнолуние, Пояды. Мы выдвигаемся на пик Адама. Да, вот там луна. Начало пути вот такие ворота. Путь идет туда, освещается аж там, пик Адама, в темноте. Вот, по той дорожке пойдем вверх. Все, пошли. Вот мы прошли первые 1,5 километра, и начинаются ступени вверх. Сначала вроде слегка по ровному шло. 2:45. Вот, получается, мы за 20 минут прошли 1,5 километра. В основном народ спускается. Я не вижу, чтобы поднимались. Ну, обогнали человек 8, может. А так только встречное движение идет. Странно. Ну, вот такие ступени. Пока. Практически по всей дороге магазинчики со всякими снадобьями. Все, идем дальше. Время 3:48. Мы уже до вершины осталось нам 1,2 километра. Устаем. Вертикальные ступенечки уже пошли. Самое интересное, что вверх людей практически нету. Только вниз все спускаются. Кто бежит, кто ползет. Много людей спят на дороге. Вот люди ползут вообще. Друг друга несут. Ну, осталось уже немножко. Вот, чем ближе к вершине, тем уже становится лестница, и больше людей сверху и снизу идут. Такое сужение. Тут еще широко. Вверх сужение. Не доходя до вершины 700 метров, мы столкнулись с такой вершиной. Время 4:46. Что здесь толпа людей. Какой-то у них обряд. Такая толпа. Очень медленно движется. Мы принимаем решение не идти вверх. Так они еще нитки тянут какие-то. Ну да. Они еще тянут какую-то нитку. У них обряд, видно, какой-то. Ну и ладно. Продолжаем наше движение к вершине. Возле полицейского участка мы решили свернуть вправо. Была дорожка, которая выходит на тропу, ведущую от Ратнапуры. Здесь, конечно, поменьше было людей, но идти пришлось по камням. А вот уже за 200 метров до вершины опять организовывается пробочка. Здесь вообще вертикалка. Вот. Уже и луна спряталась за тучки. Все, идем дальше. Осталось чуть-чуть. Вот мы пошли, почти подошли к вершине. Начинается зарево чуть-чуть. Вот. Остался небольшой участок. Народ-то лежит и стоит здесь.
пойдем? Да. Да идем. Ой, смотри, как красиво. Да. Все, пойдем дальше. Вот мы буквально 5 метров от вершины и опять попали в пробку. Все. Уже стоят мертвой стеной. Сюда вот напура. Мы отсюда поднялись. Ну как тебе подъемчик? Да ну у нас. Жесть. Ну, будем встречать рассвет вот так. Не доходя до вершины чуть-чуть. Далее. Ого. Перед толпой людей. А то не раздеваться, не раздеваться. Да. Вот такая картина вниз. Ближе к рассвету картиночка меняется. Под нами облака. И впереди все тот же ступор. Не пошла бы сюда больше. Рассвет уже был. Мы продвинулись на 5 метров вверх. Медленно движется. Мы забрались на вершину к храму. Солнышко встало. Ну, вот мы поднялись на вершину. Возле храма мы здесь. Храм вот тут находится. Ну, резюме простое. Красиво, конечно, но это не стоит тех усилий, которые затрачены на подъем. Это наше сугубо личное мнение с женой. Поэтому каждому принимать решение самому. Вот такая вершина Adam's Peak. Вот мы начинаем спускаться. Здесь тоже открываются виды такие красивые. Ну да. Как раз на Маскелию вид.
вверх людей, как мавзолей. Вот мы спустились уже 2 километра ниже, имеется в виду в длину по ступенькам. Дошли до водопадика здесь. Все, пойдем вниз.